кто ты? Ты же все проснулись. Проснулись? Ой, доброе утро. Доброе утро. Вот такое вот. Да, вот такое доброе утро ты всем желаешь. Ой, феюшку поцеловать надо. Конечно. Свою подружечку любимую. А тут и Лялечка рядом с ним. Лялюша, доброе утречко всем скажи. Ой, эти уже возюкаться с утра пораньше стали, да? Две возюкалки такие хорошие. Так, а тут кто весь в богатстве? Вы посмотрите, сколько у него богатства тут. Столько косточек вкусных, да? Ой, тебе тоже надо сразу целоваться, обниматься и немножечко кусаться. Скажи, я же собака все-таки. Я же и пес настоящий. Да, ты настоящий пес. Обалдеть. Тоже доброго утречка всем желаю. А, ну, конечно, Лялечка подошла. Скажи, я же его не целовала еще с утра пораньше. Нужно поцеловать обязательно, скажи, да? А, и он сам тебя целовает, обнимает. Так, а кто у нас тут дальше спит? Тут сестренка спит, а Донька как валяется. Не хочешь пока вставать, да, Донечка? Просто скажи всем доброго утречка желаю и еще поваляюсь. А тут кто у нас чистится? Кто у нас чистоплотный зверь? Такой чистоплотный маленький зверь. Сейчас Лялька поможет тебе умыться. 100%. Это она любит. Вот, вот он пошел тоже со всеми здороваться. Всем доброго утра желать, да? Скажи, а как же? Нужны утренние целовашки, обнимашки. Скажи, играть потом будем беситься. А сейчас пока просто желаем всем хорошего настроения, позитивного начала дня. И чтобы день прошел хорошо-хорошо. Хоть и говорят, понедельник день тяжелый, но чтобы понедельник прошел легко и замечательно. Ну, а мы вас целуем, обнимаем и замечательного-замечательного вам желаем денечка. Да? Пока и до новых встреч. Пока-пока, наши золотые.